Всем привет, я Макс Викинг, катаюсь за Squat Workshop, и сегодня мы ограбим сквот хорошо. Погнали! Здорово, пацаны! What's up? Давно не виделись, как сами, нормально? Так, для того, чтобы собрать став, нам нужен рюкзак, сумка, что-нибудь, какая-нибудь тележка, не знаю. Пожалуй, возьму болотный цвет, как болотный тролль. Нормальная сумка, вместительная. Dakine, лучший бренд. Не знаете, что купить, купите Dakine. Так. Мне нужен полный комплект, и начну я, пожалуй, с досок. Погнали. Выбор внушающий. Мы не будем рассусолить и сразу возьмем то, что любим. Я предпочитаю доски Creature. Creature Skateboard. Креатуре, как говорим мы, русские люди из Житомира. Девяточка, хороший размер. Возьмем одну девяточку. Что еще мы можем себе позволить? Вот она. Кевин Бекел, известный на версии убийца. 86, отличный размер. Что еще? Можем попробовать классику. Классик лога. Классик Эйчер Конкейв. Покрытие верслик. Скользить везде и всегда. Необычное. Покрыто каким-то слоем пластика, чтобы вы могли скользить. По всему, почему не скользиться? Дальше, наверное, подвески. Подвески у нас там. Вау! Обычно я катаюсь на подвесках Independent Truck Company. Независимые подвески. Размер 159, 169. Пример для досок 8,5, 8,3, 8,6, 9. Такие есть хорошие кроссверные холлоу. Но неплохой вариант. 159. Гайс. Железо, чуваки. Немного металла. Ну и возьмем еще, может быть, черные. Классика. Сильвер. И немного блэка в нашу жизнь. 159. Отлично. Как раз. Стандарты. Стандарт Independent. Погнали. Sick, dude. Так, подвесками разобрались. Так, берем подшипники, не отходя. Смотрим, что у нас тут есть. Очень много разных предметов. В последнее время я катаюсь на бронзовых. В принципе, нормальные подшипники, соотношение цена-качество не очень дорого и держится долго. Вы пару раз сыпались? С бронзовым, да. Они такие без пыльников. Можно еще сразу взять одни, на всякий случай. Одни есть, еще одни. Больше бронзных я не вижу. Поэтому возьму Independent. Шумочка Independent. Да. Тут
даже. Погнали. Так, колесики. Робсон. Колесики для скейтборда. Самый лучший выбор здесь. Да, самый лучший выбор здесь, guys. Squad Workshop. Какие колеса взять? Их так много, непонятно, все одинаковые. Но я-то знаю, что брать. Я беру OJ Wheels и не парюсь. 55. Ай, красивые белые катки. Элитные. Любите элитные? Элитные сырки, элитные катки. Вам сюда. 99. Жесткость. И 101 жесткость нам нужны. Вот. Это не они. Вот 101. По виду не отличаются, не различаются, но на самом деле они разные. Эти помягче, эти пожестче. Для разных покрытий. Скейт-парк. Толи или стрит, неважно. Главное кататься, ребят, получать удовольствие. Так, болтики, болтики, болтики. Болтики, Independent, 7/8. Филлипс. Филлипс или Аллен. 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 Филлипс — это у нас крестовые, Аллен — это у нас шестигранные. И я катаюсь на шестигранных. Поэтому беру шестигранные. Я их вижу, вот они. Аллен. Шестигранные болтики. Парочку надо взять, конечно же. Такой пак у меня. Засовываем все сюда. Все лежит отлично, все на своем месте. Что еще? Что еще нужно взять, ребят? Бушинги. Бушинги, естественно. Мне нравится средней жесткости. И мягкие. Супер софт, супер мягкие. Стандарт цилиндр. Получается у них. Резинки. Плоские нижние. Сверху елочкой. Тут даже. Так, что еще? Можно еще мягкие взять на самом деле для внедорожного катания. На дёрты поедем с пацанами. По шашлыки. По сосиски. Жарить. Сосисочки — это любимое дело летом. Хотя лето уже и закончилось, но мы жарим их всегда, погнали. Берем еще мягкие. Так, ну тут уже прилично на самом деле. Ставчика. Но что еще нужно для хорошего катания? Кидосики, кидосики. Кидосов куча, ребят. Разный на ваш вкус и цвет. Емерики, емерики. И емерики здесь еще есть. А если вы не знали, еще емерики. Да не, на самом деле, это очень индивидуальная вещь, поэтому кому что нравится, Vans, Емерика, Globe, At Night, New Balance. Просто кроссы, как бы улетать в космос. Я катаюсь за бренд Емерика и беру Емериканцев. Если вы знаете, о чем я, да, кино. Как бы. Вот они. Погнали. Так. В принципе, я почти все взял. Надо взять пару шкурок, наверное. Грип-тейпов и какую-нибудь футболочку, кофту. Прекрасный день, когда я не работаю. Всегда. Никогда не работаю. Работать вообще не надо. Нужно на скейте кататься. Америка шорты, Америка футба. Угу. Неплохой вариант. Беру ее. Ну, так и вот сейчас. Да, Америка. В принципе, для убийства самое то. Эх. Эх, одежда.
одеждочка. Так, что там? Носочки, носочки надо взять. Носочки, носочки у нас будут Independent. Погнали. Индики, три пары. Нормально. Чтоб кеды не воняли, гайс. Кеды не должны вонять. Все. Можно пару этих гриптейпов взять. И я доволен, в принципе, выбором. А, гриптейпы! Вот они! Где же они должны быть? А они здесь! Оу, щит! Немного кислотного бизнеса. Но мы будем на классике, как бы, и берем классику, чтобы не отличаться от толпы. Независимость. Вполне себе. Еще один. Pressure Magazine. Магазин. Трахер. Поддержим дядю Фелпса. Все. Я готов. Я готов умирать за этот став. Что, ребят, приятно было повидаться с этим крутым магазином. Обожаю Сквот, мой любимый магазин. Здесь есть все, что вам нужно. Ну, все, что нужно мне, не знаю, как вам. Я пошел катать, разрушать. Есть, спасибо, Сквот. Чуть не забыл, ребята, если вы хотите совершенно бесплатно получить вот такую доску Кречер или любую другую, совершенно, да, бесплатно, for free, вам нужно сделать пару шагов. Встречу на этому. Лайк, подписка, репост из группы ВКонтакте и ссылка на свою страничку, ребят, и все. И дальше написать, что бы вы хотели видеть в дальнейшем из магазина Squad Workshop от братишек-ребятишек, и все. И доска может быть ваша.